«Мое дело, мой бизнес». Партнер проекта – Центр «Мой бизнес». Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. На первый взгляд, веселая игра, которая займет детей, а взрослым даст свободную минутку. На деле же внутрь заложен серьезный логопедический фундамент, объясняет ее разработчик, педагог-дефектолог Анна. Еще лет 10 назад она задумала игровую методику, затем сама стала матерью и поняла – надо воплощать в жизнь. Очень много пишут мне люди из-за других населенных пунктов, где нет логопедов, нет специалистов, нет дефектологов, и также из-за границы. Много мам и пап, которым некуда пойти, потому что русскоязычных логопедов там нет. И миссия была именно такая, чтобы помочь наибольшему количеству людей. Первую версию приложения запрограммировал муж. Затем Анна привлекла дизайнеров и переводчиков на английский язык. Хобби стало бизнесом. Не прошло еще года, а приложение скачали больше 100 тысяч человек со всего мира. А для бизнеса нужны знания. С ними Анне помогло государство. Она прошла несколько курсов для начинающих предпринимателей. Побывала на проекте «Мама-предприниматель». Училась правильно презентовать, продвигать и продавать свой продукт. И, конечно, определилась, как все юридически оформить. Самозанятость выбрала просто потому, что я педагог, я не предприниматель. Изначально я себя так не ощущала и, наверное, до сих пор не ощущаю. И это было для меня наиболее просто – скачать мобильное приложение и просто зарегистрироваться, не надо никакой отчетности, документации, все понятно, потому что я, опять же, не юрист, не бухгалтер. Самозанятость – совсем новый налоговый режим для края. Он заработал только в этом году, но в крае на него перешли больше 1000 человек, говорят в Федеральной налоговой службе. То есть каждый день регистрируется по 80-90 человек. Для многих это первые шаги в бизнесе. Мы стараемся сподвигнуть физических лиц встать на учет как самозанятыми через образовательные курсы в первую очередь. Мы хотим донести им практичную особенность, да, этого налогового режима для того, чтобы они для себя поняли и определили его как тот режим, с которым они дальше готовы двигаться. Льготное финансирование, продвижение на российских и зарубежных рынках, сертификация товаров и услуг, обучение и консультирование по всем вопросам ведения бизнеса и еще более сотни услуг можно получить в центре «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малый и средний бизнес» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Обратиться в центр могут как действующие предприниматели, так и те, кто только планирует начать собственное дело. Партнер проекта – Центр «Мой бизнес». Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.